Россия может облегчить доступ на свой рынок некоторым молдавским товарам на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества, если в ходе переговоров удастся выйти на соответствующие договоренности. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, назначенный ранее спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. «Вместе мы должны находить сферы и вырабатывать условия, обеспечивающие взаимную выгоду. В отношениях с Молдовой также действует принцип взаимовыгодного сотрудничества. Других ограничений нет. Вполне допускаю, что в результате переговоров мы найдем точки соприкосновения, и такие послабления могут быть. Мы заинтересованы в расширении торговли с любой страной», – сказал Козак. Он отметил, что обязанность каждого правительства действовать, исходя из интересов своей страны, и это относится как к российскому правительству, так и правительству Молдовы, добавил вице-премьер России. Напомним, ранее Игорь Дадон заявил, что его цель – снятие всех ограничений для молдавских производителей, которые хотят экспортировать товары в Российскую Федерацию. Он отметил, что важно добиться отмены эмбарго и таможенных пошлин на молдавскую продукцию. В конце октября глава государства планирует совершить официальный визит в Россию, в рамках которого он встретится со своим коллегой Владимиром Путиным и обсудит в том числе этот вопрос.